раннее утро. Самолет Boeing 767, авиакомпания Delta, рейс Солт-Лейк-Сити, Гонолулу. Все желающие могут снять или взять в аренду автомобиль для путешествия по острову Оаху. Мы выбрали фирму Avis. Мы заселились на 20 этаж в апартменты, и вот такой вид открывается у нас с нашего балкона. Это даунтаун, задняя часть Гонолулу. Сегодня немножко дождик идет. Но это нас не пугает. Погода плюс 23. И сегодня у нас 18 декабря. Ночной Гонолулу просыпается. Сейчас 5 часов утра.
Сейчас будет резко светать. Машины паркуются прямо у дороги. Такое впечатление, что здесь машин больше, чем людей, потому что парковок не хватает, очень тесно, и по сути машины ночуют прямо у дороги. Везде, где можно припарковаться. И парковка стоит в среднем $70 в сутки. Это предрассветный час. В Гонолулу, Гавайи. Город просыпается после раннего дождя. Уже улица освещается более-менее. И город просыпается. Слышен крик петуха где-то в домах. Среди небоскребов и высотных домов крик петуха. Такой может быть только в Гонолулу.